Анжи! Вы на конкурс, надо думать, неприметного костюма! Или прямо с фестиваля, не подумал, да напялил! Во дворце такой нюанс, вызвать может резонанс! Здесь важнее всех овел, парикмахер, кофел! Вас поддержит антураж! Придаст боа. В тренде этого сезона нынче шарфы и шифон. Чтоб на модной быть волне, нужен каждому кашне. Шляпки лучших кутюрье. В королевском ателье. Браво, всему как победая. Кучеряшек не хватает. Дай-ка здравый я скажу вам по секрету, странствую давно по свету. Где уж только не бывало, всякие края видал. Да и нынче уж ей-богу, сердце бросится в дорогу. Путь не близкий впереди. Эй, а как же бегути? Я подправился в вояж, да закрылся макияж. Потемнеет туфель пряж, да воспустится как кудряж. Видно, ждет вас дилетант. Мой поклон вам! Эмирос, приезжайте, если что! До свидания! Амито! Что, царь-батюшка, не весь? Лишь отгрузите нос повесил. Скука смертная, да спел! Отлежал уж все бока. Вон, красавица Любава! Знает всякие забавы. Чай подскажет, может статься, чем величеству заняться. Ну, эй, доченька, Любава, расскажи-ка нынче право сказку, а не шутку, а какую прибаутку. Сказки все уже рассказала. В прибаутках пользы мало, да и глупые подчас. Я уж лучше сей же час в развлекательном порядке загадаю вам загадки. Только резво отвечайте, да и после не серчайте. Кто же сможет отгадать, сколько яблочек всего? Да нет ведь проще ничего! Нет, и не довесить! Выходит 10! Ну, папаня насмешил. Знают даже малыши. Разве яблочки растут на дубах и там, и тут?